Больше полусотни шаровидных ив высадят вдоль городского пруда. В Первоуральске стартовал третий этап благоустройства набережной. Деревья появятся в восточной части. Ивы выбраны не случайно, как поясняют коммунальщики. Такие деревья создают хороший теневой навес. Достаточно неприхотливые растения. Они как раз-таки предназначены для укрепления береговой линии, что характерно на данной территории, потому что у нас здесь проходит большое количество грунтовых вод. Достаточно морозоустойчивые. Я думаю, что они приживутся, и лет через 10 они будут такими же большими. Всего у городского пруда высадят 65 деревьев. Сегодня двухметровые саженцы привезли на набережную. Закончить озеленение коммунальщики планируют уже завтра. Ивы рассадят на расстоянии 5 метров друг от друга, чтобы создать так называемую зеленую стену. Первые 2 года за деревьями будут дополнительно ухаживать, поливать и подкармливать. Оценить итоги озеленения первоуральцы уже смогут следующим летом. Вырасти до максимального размера ивы должны за 10 лет.